Кэп. Кэп? Вот, сейчас я буду. Вот. Отчет. Без 20 час течение разворачивается. Фух. 20 минут, наверное, уже так идем. В костюме, в прикиде. Фух. Фух. Сделал вот такой отход. Так, немножко первая у нас немножко передержалась, и все равно она у нас сочненькая. Ой, хорошо, да? Хорошо. Что? Вот и дорога. Куда мы там живем? Вейс, лосось, на лодке отловились. Вот он где-то там, он там в темноте. Спали мало, но ничего. Шпарим. Короче, шпарим, шпарим, да. У нас 3 дня лососевой рыбалки. Лосось, форель. Воды вообще мало, но он может стоять по ямам. То есть... Я надеюсь, мы парочку, но должны взять. Ладно, посмотрим по факту. Вот так вот. Мы наконец-то добрались. Мы добрались до секретного моего места в Эльсе. В прошлом году не получилось из-за локдауна осенью приехать. Или позапрошлым, уже не помню. В общем, еле отошли мы от морской рыбалки, потому что толком не смогли поспать. Еще пока рубит. И вот первый день лосося. Главное, чтобы не был отсося. Да? Первый день лосося. Еще 2 дня у нас после этого. Ай, сейчас пойдем точку облавливать. Ой-ой-ой. Что? Ой, вот оно наше место. Мало воды. Мало воды и немножко она мутноватая, мне кажется. Только по ямам, если. Мутная, да, но мутная хорошо. Так. Припарковались, наделись. Городская точечка какая-то. Городская точечка. Вот так тут. Мало воды, говорят. Вот тут ямка лососевая. Блять, ой. Прям в городе точка первая. Вельс. Вон дома прям наверху. Попер уже, блин. Ладно. Ну что, попробуем. Тут в ямке тоже может стоять. Погнали. Ну да. Надо колебло ставить.
Бля, пока сюда дошел, заебался, как я по всей речке пройдусь. Ну все, пока голяк, вода мутная, листья. Но мы мало покидали, мы покидали минут 20-30. Сейчас пойдем по форели и дойдем до моих мест, где если он в реке есть, то он там, он точно есть. Ну, посмотрим. Сейчас Эрик поплывет, надо заснять. Да там два шага и все. Ну и ж нормально. Ну упади ты для камеры хотя бы. Все, да. Так, точка номер два. Пойдем. Так, прости, я влез в видео. Что ты там опять? Давай, пошли. Так, пойдем вот туда, вниз. Ну, в ущелье. Ты палку взял? Да. А. Блять. Какой-то этот шлюз. Для баранов, типа, да? Или чтоб мы не убежали. Путешествие. Надеюсь, нас тут не пристрелят. Вельчане. Вон оно там. Текет ручеек. Опа. Какой ручеек реально, да? Ну, очень мало воды сейчас. Обычно больше, конечно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас пойдем против. Пойдем против течки. Но там ямку можно обловить, знаешь, откинуть пару раз. Может, что клюнет. О! Понял? Ну это брауни хорошая такая, да, смотри. Я себе, бля. Первый заброс, даунстрим. И хорошая. Там, да? Да-да. Я тебя сниму. Ага. Надо будет помогать. Все. Опа! Давай-ка. Давай, давай. Рыба есть. Все. Первый заброс, даунстрим. И рыбка. Нехорошая. Сам, да? А я тебя сниму. Форелька. Вот так, ладно, буду помогать. Все. Женя. Пятюнечку давай-ка. Рыба есть. Рыба есть. Все.
тут хороший такой пул, да. Тут можно, знаешь, воблерок пустить плавающий под дерево куда-нибудь. О, сейчас на камеру сейчас возьмет. Давай. Ну и вот, мы на подходе к лососевым местам. Посмотрим, будет ли там стоять, ждать нас. Давай туда кидай. О! Он прыгает там, видел? Ну, маленькая. Очень мало воды, очень мало воды. Воды очень мало. И не хочет. Вот видишь, угол выступает и дерево торчит. Угу. Вот сразу за ним охуенная яма. Угу. И вот там пару раз выходило две штуки, вело у меня. Куда, куда? Сразу направо туда. Но он может и тут слева быть. Короче, идем по тому берегу сейчас очень аккуратно. Было? У тебя фрикцион слабый. Нет, подброс. Давай еще раз кинь, потом уже я буду кидать. Я думаю, здесь именно он стоит, когда воды больше. Давай-ка я попробую сейчас хуйню. Вот сейчас хороший заброс. Плохо крутится эта хуйня, надо менять. Снимай. Так я и снимаю. Они форели. Не, ну посмотреть, что у тебя там за шмакодявка, блин. Рыба камень. Сейчас я тебе покажу. Да. Она водила. Я видел. Вообще. Главное, он клюнул, да? И потом упирался. В бок повел. Смотри, сколько метров до сумки. Что, сколько? До сумки. Еще и сидит? Нет. А, сколько до сумки? Тебе сейчас, может быть, надо будет ее снять. Я тебе говорил, что здесь... Видишь? Касаются воды. Вот мы пришли на наше место, но очень мало воды. Но пойдем сейчас туда, тихонечко попробуем покидать. Какие здесь места?
пошли. Надо кидать вот туда, вот, вглубь. И стараться провести под теми кустами. Ну, хотя бы рядом. Здесь, ну, видишь, какие дальше места? Подожди, не кидай, я здесь пока кину. Я здесь никогда ничего не ловил. Просто проверочный хуйну. Не-не-не-не-не, не шугай. Сейчас я тебе покажу, как надо кинуть. Сейчас очень мало воды, блядь. Пошли. Тебе надо сейчас встать. Станешь где-то по пояс. Сюда вот. Там можно стоять. Вот там везде можно стоять. Пошли, короче. Ну вот кинь пару раз вот туда левее, как можно левее, и попробуй вот так вот провести, но по дну вот тут. И потом по центру кинь. Пару раз кинешь, потом уже я буду. Отлично. Влево, 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 влево. Вот так. По дну, пониже, пониже, пониже. Вот, вот тут яма, вот они там стоят. Во. Стань чуть-чуть вот левее, вот если сюда станешь, тогда можешь лучше проводить. Да, ну может его и нету, тут видишь, мало воды, блядь. Ну да, да. Нихуя, да? А, попробуй, давай мою. Вот такая вот красота. Дождь кончился, погода лепота. А рыба не клюет. Ну ничего. Сейчас мы двинемся на другую речку. Да, Женя? Во, на другую речку рвем. Что? На другую речку рвем. Да, сейчас будет. Я сейчас занят, подожди. Все, короче, мы заняты. Да, да, да. Все. Блять, проехал. Ругайся. А, что? Давай, рассказывай. А что рассказывать? Как мы соснули сейчас, куда мы едем? Мы, короче, бля. Да, мы что, мы лосося не поймали, но мы поймали пару форелек, и у нас есть план на вечер. Сейчас мы едем кушать, потом еще сейчас мы пройдемся по одной стороне города реки, там, и с другой стороны новые места посмотрим. А завтра мы будем ловить выдбик, где лосось прыгает, заходит, там вода поднялась, дождей много. И завтра мы possibly поймаем лососика. Все, отбой. Приятного нам аппетита. Да, в этом еще тоже снимем. Подожди, мы кушать собрались вообще-то, а не удочки. Вот сейчас тут мы прямо у речки перекусим. Там внизу уже речка журчит, там где-то внизу. Угу. Место такое общественное. Вот там журчит она, там вот где-то. Вон там. Сейчас покушаем и пойдем ловить.
Вот так. Пакет какой-нибудь будет на 2 литра. В общем. Где литр у вас? Литр? Бин? Нет, будет бин. Будет. Ну да, это лучше слопать. В общем так. Мы определились наконец-то с завтрашним днем. Едем мы в Уитби. О, там, где он прыгает, где он заходит. Тут в данный момент в Англии проблема с дождем. Везде мало воды, очень мало. Но там дождь пошел, и вода поднимается, и лосось уже заходит. Вот. Сейчас мы перекусим. Обловим тут чуть-чуть глубокие ямы. И пойдем одну милю до города. Там будет немножко форели еще. Вот. Ехать 5,5 часов. То есть мы сегодня 2:20 проедем. И спать. Вот так вот. Ну как хорошо, слушай, все у нас, да? Не качает. Это да. Ничего не падает. Мне еще вчера вот так вот вечером укачивало. Да, не тебя одного. Вообще, может быть, мы еще и сегодня лосося здесь возьмем, потому что потом мы поедем перед отелем на пару часов пробить новые места. А там могут быть такие ямы. Ой-ой-ой. Так, мы перекусили и пошли. Мы пошли сейчас вон туда. Ямы пробивать. О, какие тут места, бро. Да, как тебе? Ну, ничего. Да тут по-любому есть лосось. Что? Смотри. Трава. Я даже специально включил камеру, чтобы заснять поклевку лосося. Он же тут есть, правильно? Пока не видно. Но он же тут должен быть, но. Какая красота вообще. Колебло. Здесь же должен быть лосось, ну.
Как всегда, его жду. Уже 40 минут его жду, копается вот постоянно. Короче, прошли мы тут ямы, лосось не шандарахнул. Сейчас пойдем в другой конец, одну милю. Прям прямиком пойдем пешком туда. Там, может быть, даже боровики будут. И обратно уже на лайтовые снасти. Я БЛЗу свою по форельке сейчас опробую. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. А у Эрика... Как он? Джексон. Джексон, Джексон. А почему написано Бэйпляж? Ну, это модель, наверное. Модель, да? Джексон. Вот. На ультралайтик. Пойдем чисто в форельку погрузим. Потом новые места и спать в отель. А завтра лосось. Так, ну вот. Новое место. Чисто форель. Нафиг лососей. Будем ловить на пиписочные приманки ультралайтиком. Так что, что сейчас нафигачим, короче говоря. Все, давайте. Идем уже, наверное, минут 10. Мокрые все. Еще столько же идти. Жесть, как жарко. Просто ручьем. Сейчас дойду, сразу помоюсь. Фух. 20 минут, наверное, уже так идем. В костюме, в прикиде. Фух. Фух. Катик. Красота. Еще перекатик. Такой красивый пул, да? О, кстати, да. Ямка под лавочку. Слушай, конкретно что-то... О, как потекло сразу. Наверное, сейчас пока пешком шел, раздолбал вообще ботинок. Сразу подсос такой пошел по воде, нифига себе. Одну ногу? Да. Погнали, у нас старт отсюда. Чешем, 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 чешем. Речки. Ты меня снимаешь, что ты снимаешь? Я рыбу снимаю, а что тебя снимать? Ты стоишь с удочкой, а рыба бегает туда-сюда. Вон, рыбу видно. Что? Ну ладно, давай тебя будем снимать. Камеру не видно. Сейчас, сейчас будет видно. Зато я тебя снимаю, да? На, пацак. Давай сюда, я его возьму. Держи. А я говорил, она там стоит. Запутался. Запутался. Ну, конечно. Фух. Тихо, 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 тихо.
О, уебало, хорошо уебало. Кидай туда. О, есть. Съебалась нахуй. Сука. Да, маленькая. О, я пошел. Да.